Никольский, мы закончили. Распишитесь, пожалуйста, товарищи понятые. Ага, вот здесь. А тебе повезло, майор. Радуйся. Обычное самоубийство. Уверен? Поверь моему опыту. Не будет за тобой висяка. Погоди, стали нашли. И спрашивала шепотом, а что потом, а что потом? Да. Ну, бывай. Нам пора. Давай. Хотел поблагодарить вас за четкие слаженные действия, несмотря на то, что в последнее время в наш адрес упреков много было и в продажности, и в том, что вся полиция куплена. Своими действиями доказали то, что есть профессионализм, есть честное и порядочное отношение к службе. Вместе с сотрудниками следственного отдела провели четкие мероприятия, в курсе всех обстоятельств был действительно проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Все будут представлены к награде. Я просто хотел вам сказать спасибо за то, что вы лишний раз доказали, что полиция способна выполнять задачи, несмотря на все резонансные дела, которые есть. И просто хотел вас поблагодарить. Спасибо. Всех оперативников, которые работают вместе с сотрудниками СОБРа, всех попрошу представить. Антон Иванович, меня представили. Все, попал. Пару слов скажете, Денис? От себя, да, Папиров. Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, несмотря на то, что такие крупные мегаполисы, как Москва и Московская область, буквально на пятые сутки лицо было задержано. Еще раз доказали о том, что сотрудники полиции способны выполнять любые задачи, которые перед ними ставит общество, ставит население. И еще раз хотим подтвердить, что готовы обеспечить безопасность наших жителей. Кто бы ни пытался какие-либо инсинуации не провозглашать, кто бы ни пытался обвинять власть в безграмотности, в неумелых действиях, в любом случае был результат. Все, что касается тех событий, которые проходили в Бирюлево, следствие даст оценку. И я считаю, что и провокаторы, и активные участники не идут от ответственности. Хотел еще раз пользоваться случаем, предупредить тех, кто пытается на горе людей, на конкретных фактах, которые происходят противоправно к нашей жизни, пытаются сделать какой-то пиар-акцию какую-то, в любом случае это не получится. Во-первых, не дадим раскачать ситуацию, и во-вторых, там, где есть преступление, вне зависимости от национальности преступника, преступник должен знать, что неотвратимость была, есть и будет. Мы для этого существуем, и от этого от налогоплательщиков получаем заработную плату.